геликоновские звезды вернулись на остров Сарома. Московский музыкальный театр станет главным гостем традиционного летнего оперного фестиваля. На эстонской сцене театр «Геликон-опера» представит 7 спектаклей, среди которых мировая премьера «Мистер Георг Отц». Уже во вторник стартует фестиваль «Дни оперы» на Сарома. На нем московская «Геликон-опера» представит мировую премьеру спектакля «Мистер Георг Отц». Совместная с Эсти концерт-постановка посвящена столетию легендарного эстонского певца. Вы знаете, ну, Георг Отц – это, мне кажется, олицетворение там моего детства, у кого-то юности, у кого-то любви родителей, потому что это певец, который так же, наверное, как Муслим Магомаев, который вошел в каждый дом. Главная задача этого спектакля – создать дух Георга Отца на сцене, а также разобраться в причинах его популярности и одиночества. Играть самого Отца на сцене, однако, никто не будет. Это очень тяжелая задача, но мне кажется, она получилась. Посмотрим. Важно, чтобы было ощущение духа его на сцене. И дальше все персонажи, они работают с ним, они работают рядом в разных временах. Открывает фестиваль знаменитая опера Чайковского «Пиковая дама», которую продирижирует маэстро Владимир Федосеев. «Пиковую даму» я не с детства дирижирую, но во всех странах. Так что для меня «Пиковая дама» – это опера, которая не можно сказать, что я ее знаю до конца. Потому что каждый раз прикасаясь, это сочинение становится для меня новым. Дни оперы на Сарома пройдут с 23 по 28 июля в Куресаре. Всего в рамках фестиваля зрителям представят 7 музыкальных спектаклей «Геликон-оперы».